Это часть Гагаринского района, лакомое место для застройщиков. Неподалеку два пляжа и музей-заповедник Херсонес Таврический. Жители окрестных домов на улице Говена отстаивают эту территорию на протяжении 25 лет. Люди жалуются. Поблизости нет ни одной детской площадки. Зато скоро, практически у них во дворе, может начаться строительство новой высотки. Сейчас, чтобы погулять с детьми, нужно преодолеть две проезжих части. Часто этот маршрут оказывается небезопасным, сетуют родители. Дороги узкие, на этих улицах даже нет тротуара. Дети, мамы с колясками, детки на велосипедах, с животными. Мы все ходим и передвигаемся на какие-то малюсенькие бордюры, чтобы уступить место машинам. Согласно документам, опубликованным на сайте жилищно-строительного кооператива «Дом у моря», здесь будет 10-этажный жилой дом. Застройщик обещает благоустроить территорию и построить детский сад, детскую площадку, подземный паркинг, магазины и даже отделение банка. Однако у местных жителей свое представление о том, что должно быть на этой территории. Вместо стройплощадки они хотят видеть уютную детскую площадку и зеленую зону для отдыха. Люди подозревают, что земельный участок выделен незаконно и намерены доказать это в суде. В суде мы задаем вопросы в части, касающиеся, первое, о признании незаконности договора аренды. И второе, в генплане четко прописано, мы это видим в свободном доступе, зона М1 – это рекреационная зона. В то время как застройщик показывает документы, что это зона под многоэтажную застройку. Несмотря на то, что судебные разбирательства идут, на сайте жилищно-строительного кооператива «Дом у моря» опубликован график. Работы должны начать 10 июля. Местные жители бьют тревогу и говорят, что лишились придомовой территории. Было кадастрирование наших домов Говена 6, 10, 12. И у нас забрали, получается, придомовую территорию всю. Обрезали по фундаменту, то, что нельзя делать. У нас дом кондоминиум, отобрали все. У нас в придомовую территорию входят капитальные сараи, сушилки для белья. То бишь, забрали все. Мой дом, Говена 10, да, непосредственно находится, если начнется стройка, разделяет только дорога. То есть, если начнутся работать гидромолоты, мой дом просто рухнет. Он старого дома 60 лет, фундамента нет. Мы попытались узнать о планах застройщика в отношении этой территории. Представитель жилищно-строительного кооператива «Дом у моря» отказался давать комментарии до окончания судебных разбирательств с жителями домов по улице Говена. Тем временем здесь появилась тяжелая техника – вырыта траншея. По словам жителей окрестных домов, рабочие не предоставили документов даже по просьбе полиции. Как мне сказали, что вам ответить, два варианта. Или Хрусталева 44, я вам ответил. Или Хрусталева 76. А что это за адрес? Первый адрес – это Севэнерго, выполнитель работ. А второй – это подрядчики их. Мы обратились за комментарием в Севэнерго. Там нас заверили, что земляные работы не связаны с началом стройки. Должна выполнить часть работ, которая заключается в том, что мы должны построить две кабельные линии для надежного электроснабжения этого узла. Первый – это, конечно, парк Ахматова, который правительство обещало летом запустить в работу, сделать освещение, сделать соответствующую там инфраструктуру. Поэтому сейчас ускоренными темпами мы строим эти кабельные линии. По словам главного инженера «Севастополь-Энерго» Виктора Шульженко, государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы» и предприятие «Севастополь-Энерго» заключили договор на проведение этих работ. Подрядчик – фирма «Энергостройпроект». Работы, которые взволновали жителей улицы Говена, должны закончиться в начале июля. Все здесь абсолютно правильно, законно, и никаких коммерческого жилья и о том, что переживают люди, мы не строим. Мы строим чисто заявку города. Жители окрестных домов с тревогой ждут начала строительства высотки и надеются, что власти города и уполномоченные органы обратят внимание на их проблему. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.